Здорово, друзья! Сегодня мы идем играть с квадом почти целым. Ну, возможно, в будущем как бы к нам кто-то присоединится. Тема такая. У нас есть две задачи. Это вынести больше миллиона для каждого желательно. Ну и второе, это просто выжить. Потому что на этой карте сделать это довольно тяжело. Думаю, многие это уже понимают. И кто понимает, тот в курсе. Кто нет, тот, скорее всего, просто банально поймет это все в этом ролике. Или же просто посмотря мой прошлый ролик. Ну и, кстати, если вдруг у вас ничего не осталось, то у меня недавно выходила серия роликов «Как подняться с полнейшего нуля». Можете, в принципе, испытать это на себе. Тема такая, мы идем в пятерках. Наверное, даже я вот шлем сниму, потому что в целом-то это на самом деле не так уж и важно. Потому что если нас захотят закрысить, это сделают и так без проблем. И пятая броня это самое идеальное, что здесь можно придумать. Она не максимально сильная, то есть потеряешь ты немного. А терять ты будешь, кстати, все очень-очень часто. В этом и прикол. Так что мы сейчас стартуем. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Ну а также не забывайте, что после выхода этого видоса, возможно, вы уже сможете купить золотые вещи у меня в магазине в Телеграме. Ссылочка будет в описании, как обычно. Ну и начинаем, подключаем команду и погнали, будем пытаться выживать. Все, начинаем, давайте договоримся, либо мы багаем, либо нет. Одно из двух. Мы багаем. Не багаем. Давайте попробуем. Не-не-не. А, не багаем, ладно. А, ну, понятно. Хотя так-то тут непонятно, есть ли типа какой-то смысл багать или нет. Все равно спавны все кривые так-то. Игроки из России и Беларуси не могут задонатить в PUBG Mobile. Но что делать, если хочешь покрутить рулетки и выбить себе топовый лут? IUC банально не хватает. Выход есть, и это сайт playrock.com. Лучший сайт для доната. Это маркетплейс игровых товаров и услуг. И здесь вы можете покупать UC-шки со скидкой. Но также я сам выставляю товары на этом маркетплейсе, поэтому вы можете купить их прямо через меня. Ищите мой профиль и пишите напрямую мне. Покупка совершается в пару кликов. UC-шки приходят тоже довольно быстро. Регистрация через ВКонтакте или Google. Оплата с банковской карты или Kiwi кошелька. После покупки вы получите инструкцию по получению товара и у вас откроется чат с продавцом. Сотни тысяч игроков уже получили донат через PlayRock. Более 200 тысяч отзывов, которые оставили реальные люди. Поспеши приобрести столько UC, сколько пожелаешь на playrock.com. Но помимо этого, недавно здесь появилась новая вкладка Metro Royale, но также здесь есть много других вкладок, в которых вы в принципе тоже можете что-то приобрести или же продать свой товар. Поэтому не тормози и залетай на сайт playrock.com. Ссылка будет в описании. Во, в самом конце, в самом краю. Не-не-не, это четко наоборот. Да, думаешь? Ну зато нам в спину не зайдут, это хорошо. Наверное. Ага, нас не зажмут. Ну давай там есть плюс. Кстати, тут можно вылезти? Вот я вот не знаю, как это... Вот я не знаю, как это работает. Я, короче, захожу в две катки. Я зашел в две катки. В одной вылез, во второй уже просто не смог вылезти вчера. А что, мы на радик сразу пойдем или поверху сначала? Ну как хочешь. Нет, я хочу выжить, понял? И вынести много лута. А уж как идем, не так уж и важно. Ну, смотри, у меня радика нету. У вас что, как? Ну да. У меня есть. Я ж броньки шестой не переставил. Не, вчера ткань нормально падала. Тут, считай, если броня выпадает, считай, что ткань у тебя в руках. Ну, если она с человека. Может, на пауэрплан сходим? Ну, давай. Ну, там так-то тоже, ну, реально опасно. Меня бесит то, что на школе обычно крысит. Это очень жестко. А тут сегодня ходил, короче, сюда на третий. А, челы. Нормально. Чтобы видеть их полностью. С босса выбил золотой этот. Золотой сталик. Серьезно? Мне говорят, что со второй карты падает, кстати. Этот пушки золотые. Прикинь, со второй карты. Халява. Тоже везухно. Один минус. А еще сколько их? Ну я двойку видел. Я такое убиваю. Смотри. Ой, по мне жмут. Спина. Он просто крысил, понимаю. Это шестерка, прикинь. Я такой двор. Да, видел. Слушай, ну ты там МК целый у тебя. Я хая подобрал. А я МКшку целую украл у тебя. Да, но мне не нужна. Ну у него раз в обвесы, понял. Четко. Поэтому я и украл. Да-да-да. Я тут честно. Фиолетовыми хожу. А, да? Давайте скину ту розовую. В смысле фиолетовую? Я вчера поиграл с фиолетовыми плюс синие. Это, ну, с тобой мы играли, кстати. Ну, не советую. Ну, вблизи, конечно, в голову залетает отлично. Но вот издали вообще не попадаешь просто. Вообще урон по голове не реагирует. Розовый. Найс. Ну, прилично. Ой-ой-ой, как хорошо. 5. Ого, выпало мне броня и скарель. Это все мне. Четко. Спасибо. А вон они. А, вот они. Ну, они на радик, да, пошли. Ну, или
Гарнир. Ну или на гарнир. Ну типа гарнет. Я так подумал, этот гарнет. Он вместо... Это гарнир? Ой, вместо этого места подземки. Тут ящиков уже сколько. Ну да, так-то на школе тоже много. Ну или вот здесь, например, на пауэрпланте. Ну они там кучкой прям. По кайфу. Не так много. Здесь это ужас вообще. 20 с лишним. Ну, там еще кайф для бомжей. Реально. Но они, наверное, в подземку побежали, потому что уже выстрелов не слышно. А тут ботов много. Ну, не сказал бы, что ящики открыты, конечно. Да и боты тоже не убиты. Но они тогда пошли в метрошку. Нет, они у меня. А ой. Но они не здесь, типа, или это снизу? Как понять? Они спрыгнули куда-то. За камнем. Им камнем. Пацаны, хлопа. Метку дал. А, не-не-не, забей. Вот тут вот. Хорош, Андрей. Опасно. Эй, брат, граник убери. У меня что-то с проблемой. А подожди, ты его не убил? Вот здесь один еще, а их двое там. А, было. меня доели. Четко. Тут стань своим граником. Четко. Ой-ой-ой. А, еще один что ли? Откуда? Они в кусте вот лежат. Или где? А фиг знает, вот метку дал. Я просто думал, он на Андрея. Короче. Так, он идет меня добивать. А нет, вот здесь за стеной. Он поднимать будет. Ой, жесткий, лечись сначала, лечись. А вдруг бот где-нибудь. Пятка. У меня жестко-жестко. Я вообще такой косой был, но они хуже. Меня это радует. Меня не радует то, что меня убили. Ну да, печально. Ну, нас трое их как бы, сколько, трое или четверо было? Раз, четверо. Или трое, да. Ну, зато честно поиграли. Ну да. На равных, кстати, я прям сразу, серьезно. Я сразу отлетел. Четко. Тебе повезло просто меньше. Ну да. Люблю такое. Меня можешь лутануть, Андрей? Да. Че бы только разобраться в карте, было бы круто. 6 жетонов. Ну, что, что? Ну, так-то карта несложная, типа, понял, но столько мест, где могут крысить вообще. Не-не-не, там этот, лестница была. А, да? Ну да, я же найду лестницу. Я здесь первый раз, кстати, хожу, типа, ну. Ну ладно. Так нет, что я не очень шарю. Вот это лестница. Вот, через окно вот сюда. О, какие ящики. Через окно? А, нифига себе. Вот. Или дальше, да. Это бот. Ты бот? Да. На, ну с тебя выпало очень много патронов. Четко. Ну, нормально. Пойдет. Давай ящики подкрываем. Я вчера отсюда 1.5 ляма по рукам так вынес. Ну давай. А ты понял, я с одного ящика вынес 700 тысяч. Нормально. Ну, я правда умер в этой катке, но... И ушел в минус. Я когда на бытке играл, я ящик открываю, оттуда падает груда золота и еще два слитка. Норм. Мне выпадал максимум груда золота и слиток. А че, бот офигел? Кстати, а вы знали, что боты друг с другом стреляются? Да, реально? Да. Я сегодня даже на видео записал. Я не знал. Я сегодня даже на видео записал. Типа понял, новые боты стреляются со старыми. Да, да, да. Четко. Разрабы, конечно, продумали все до мелочей. Я сегодня, кроме того, вага с вагонеткой в метро. Ну, его, мне кажется, пофиксили, кстати, я катался. Какого? Катался? Ну, там, когда вагонетка не едет просто. На повороте, когда люто стопается. Так тут баг, типа, понял? Распродано, пишет. Чё? Хотя флайерка вот висит, она есть, а она пишет, что распродано. Понимаю. Может, на старой карте будем играть? Ну, нафиг это новое. Не, на старой слишком легко. Слишком легко. Ну, немного. Четко. Так. Плюс-минус только же с третьей выносишь, когда файтишься. Ну чё, давайте еще разочек. Фига, они бегают. Так это не они же. Это уже спортсмены какие-то. Нолик.
Как он не умер, слышь? А, так это шестерки, ё-моё. Что же так быстро я выношусь, я не понял. Так это пятая броня. По голове не дал. Дык, все равно. Это же пятая броня. То есть на один уровень. Зачем я взял пятый защиты? Шлем, объясните мне. Ой, блин, еще подошел, сзади. Да, это жестко. Лучший. Да, где-то слева. Да, во-во-во. Да, вот он. Как он это делает? Да, это четверка, понимаешь? Жестко. Вот такие старты. Так, самое интересное, проверяем, да. Тебе по дефолту. Да, ну в этот раз больше, чем по дефолту, типа рюкзак и броник. Типа броник с двумя тканями, обидно. Тащит. А, у меня упор будет. У Феник... Ой, у Женя. Одну шестерку нокнул. Найс. А, прострелом же, говорит. Все, голову получил. Как он вообще с этой фигни меня нокнул? Что за ужас? Ой, Женя у нас в паре двойка в курсе. Нас окружили, нам в спину зашли. Четко. Да вообще топ игра, я вам отвечаю. Вы угораете, Алена надо мной сядет. Это голый тип. Ой, боже. Я голый убил. Это ГГ. Женя, это ГГ. Женя, открой мой труп, возьми фул 6. Найс. Жалко, что тебе это не поможет. А, у меня ткани не успел переставить. Да-да-да. Ну, топ-катка, топ-катка. Ого, с меня ничего не сняли? Что? Ого. Ого, у меня... Опасно очень. К ним уже, видишь, в спину подошел, понял? Дал хит. Да, у меня просто катит. Ой, я добил, я думаю, ты живой. Я это мат, ну. Нам кашку лучше. Хаваем разрывы, хаваем. Чё, у меня патрон не осталось, у меня 40. 50 на 18. Как же меня бесит баги с выстрелами. Жека, тебе надо это патроны разрывки? Потом отдашь. Мы пушим чела, давай. Отлично, допушили. А инфа есть? Внизу. Найс. Все. Я просто стреляю так, знаешь, пофиг. Сюда. Ничего не видно, просто стреляю. Слушай, он вкусный. Он очень вкусный. Воу-воу-воу! Хелпуйте, плиз. Это же мой тиммейт попал, да. Душите. Их не так много было, но там еще есть. Жесть. Но это нон-стоп, дефолт. А там еще стреляли, это по нам было или нет? Слышишь, у тебя СКС, стальной фронт. И ничего. И пятая броня. Фига, как ты в Эрватор живешь по тебе кровище? Ты видел, сколько было? Че, ты слышишь, у кого есть эта ткань лишняя? Погоди. А, не, нету. О, если что, есть метка, то что, тоже темно. Туманно. Зато арабы есть. Да, жестко. А, я нашел, кстати, патроны. Радик. Накиньте мне. А, понял, на них напали еще, походу. Да? Угу. По сути, если занять крышу, можно нормально отыграть. Ну да, выпало там, нет, это, радика? Да нет. Феникс нет? А еще и под нами есть уже. Ну, короче, я пошел к вам. Найс. Это добили или что? А радейка есть? Да нету, нету, нету. Воу-воу-воу. Как он живет. А он на улицу выбежал. Куда побежал? Он убегает, Идем, идем. Метка есть? Я не понял, куда он убежал. Еще справа он там был, чел. Андрей, можешь скинуть этот град? Челы, где они-то сейчас? Вообще непонятно ничего. Я, короче, я ненавижу пошел. То, что вообще ничего не ясно. За родину. А, я вижу их. Где? Вон там вот был только что прям. Пришел сюда. Ставится метка. Еще у меня вот здесь, да. Рекер. Да ну, почему? Пошел он. Я думал, он тебя чекает. Ой-ой-ой, я ему прям одно хп оставил.
Да, лучше не пушьте, не пушьте, слышите, не пушьте, ни в коем случае. Это то самое место, в котором вообще нельзя пушить. Только крысы, только крысы. А у него где спереди. Там, ну, там еще кто-то крысит. У него упор. Ой-ой-ой. Ну, они, кстати, фул 6. Ой-ой-ой. Какой пот. Ой-ой-ой. Ну, пятерка слабая. Ого, ничего не сняли. Ну, это потому, что с рюкзака, наверное, выпадает половина. Ох, бежит. Полкашки. Лучший. Одну пятерку забрал. Еще есть. Он резает, походу, своего. Мне кажется, по тебе инфа уже есть. Воу-воу-воу, сзади. Ну все. Да откуда еще трое-то их, да ну? Как откуда вообще люди берутся? Вы угораете над нами или что сегодня? Алло, раб. Нет, понимаете? Раб. Дрянь. Нет, прикол в том, что, ну, мы когда не багаем, нам выдают этот спаун. Или вот тут. Тут понял, как будто... Это раб. Понимаете, как будто бы тут всего два спауна. То есть вот мы как играем, вообще пофигу игре. А если багать, конечно, то да. Мне кажется... Ну, например, вот там вот, где вот, ну, вот точка моя, там вообще ни разу не было такого, чтобы я там спаунился. Вот серьезно. Ну, в складах, конечно. Ага, плюс-минус понял. Чё-то далеко, слушай. А где Жека? А, нифига Жека улетел. Там и пачка шестерок пишет. Да ну. Ты угораешь? У меня упор, у меня. Эй, это и у меня упор оказывается, ё-моё. А, ну дядя. Да ты чё пугаешь? Ну Андрей, блин. Слышали, бегут. Ты угораешь? Да, мы поняли. Подбери шапку, брат. Пусть. Куда нам? Я их тут цепил. Занимаем позиции. По мне жмут со всех сторон. Просто занимаем позиции, ждем. Абарватору нужно, короче, этому эмбушу встать где-то слева на агру, да, наверное. ГГ. Да ну. Вы угораете? У нас сняли чувака, который у них был в спине. Жека, Жека, за компом. За компом. Ой-ой-ой, нас закрутили очень люто, кстати. Вы угораете сегодня? Андрей, где нокнул? Андрей, где нокнул? Где нокнул, Андрей? Право. Понял. На горе, чел. Да, у меня тоже 13 промакс новый. А я 7. 10 точнее. Андрей, гора там, где нашего убили. А мне не видно гору, там дерево. Ой-ой-ой, опасно. Опа. Куда он делся, блин? За кантом стоит. Вы угораете, алё? Бездари. Андрюх. Андрей, держи их. Тут деревья не такие, они не просвечивают, как на третьей карте. Забрал. Гора ласт. Думаешь? Нифига это не ласт. Где нахуй? На горе. Лучший. Минус полностью. Но еще где-то есть. Кто-то смоки еще раскинул. Перебежал. Ну нет. Очень больно, да. Нет. Хаги-ваги. Че, не пушат, что ли? Да какой не пушит? Меня хлопкой. Я говорю, они пушат? Или че? Не-не-не, не пушат. Ой, пушат, пушат, через дорогу бегут. Хлопуй меня, пофиг. Ты угораешь надо мной? Хотя нет, ладно. Я просто не вижу ничего. Есть хил, дропнешь? Подожди, подожди. Вот сюда вот даже давай. Так слева могу закрутить, там неровность. Нет, они сейчас дорога. Скинь мне пеку. Четко. Она уже лежит под тобой. Давно. Четко. Вправо, вправо бегут. Не зажимай сразу, хай пробегут. Тупо. Так, это внук. Отойди, отойди оттуда, отойди, отойди оттуда. Справа тоже бежит. Ой, бля. Ну и тоже зажигалки. А ты...
Да, это жестко. Шлем. Да, это четко. Вот так надо говорить. Ну боже. Ну две шестерки нокнул. Ну что за бред? Они поднялись. И пятерки поднялись. Все, всех забрали. Да, сзади, ура, шла. Я победил. Да, круто. Угу. Минус 3, зато. Честно, скажи да. Тебе от души, говно карта. Авербатера залутай. Они, наверное, залутали. Не-не. Броня выпала. Ты понимаешь, я сейчас вынесу много лута, это будут все сеты с наших, да? Топово прям. Да. То, что я хотел. Пятые сеты с наших, да. А ты понял, мне еще до выхода... Ой, Жека. Мне еще до выхода. Андрей, это ГГ просто. Мне 1500 метров до выхода идти только. Полторы. Ты пипец. Ну, да, это жестко. Это печально. Зато мы впервые кого-то победили. Ура! Ну как сказать? Мы. Ты. Да. А ты понял, они, главное, еще фиолетовые вообще. Это хоть розовые, ну-ка. О, розовые, неужели? О, броня стальной фронт, ты прикинь, ничего себе чудо ли. Это мое, знаешь. Уже что-то. Ой. Ну хотя бы патроны были, понял. Уже нормально. А это кто валяется такой? Феникс, а чё с него тоже выпало, да ну? Короче, там рюкзак, вот МКшка, я МКшку заберу. Да, практика показала, что отличная это работа. Естественный отбор и выживает сильнейший, там, все дела. Ну, короче, играть надо максимально осторожно. Ну да, Андрей, выжил какой-то бот, а все киберспорт слулились. Вообще. Не, ну я старался. Ну, типа, понял, главное сидеть за деревом и всю катку так. И зажигалки, кстати, нормальная тема. Ну, в начале. Конечно, тут же он ли этот, Даль, и все. Всем пока. Не, прикольно, кстати, такая тема здесь. Мне нравится. Да. Я вот не знаю, стоит ли сходить на Power Plant. А вдруг там никого не было? Не-не-не-не-не-не. Опять бот резнулся. Как они бесят вообще. Это так страшно. Вот что вот тут, да? Ну типа, если там кто-то есть, они бы уже меня услышали и все. ГГ, VP. Предлагаю не идти больше на новую карту, потому что оно говно. Боже, ну как это very, понимать? Very hard. Да-да-да. Все, стоим. Тебя ждем. Походу, да. Это круто, если сейчас меня ждут здесь, да? Чего, босс с калашом? Что? Я первый раз его вижу, слышь. Что за дрон у тебя, брат? Ты что, твои любимые дроны? А и все? А че он так быстро умирает? Че с лутом? Пятый сет, да? Осуждаю просто, да ну. Нафига? Что, прикинь, просто забегает фул пачка шестерок и все. Да ты понимаешь, у меня этих пятых... Что с игрой? MVP. Это жесть. Ну хорошо, я возьму. Я возьму почти все. Да, вкусно и точка. Не, ну это, наверное, почти самая нормальная катка получилась, наверное. Вот слушай, там, короче, вот этот мини-босс появился. Я, знаешь, вот хочу на него сходить сейчас. Ну да. Ну иди, иди. Надо сходить, да. И если сольюсь, это будет кринж. Что? Если сольюсь, это будет очень тупо. Ну ладно, не буду жадничать, сейчас последние два ящика открываю. Если слиток солода не выпадает, все, я иду. Не выпадает. Сейчас прикинь, тут три слитка падают. Вообще четко. И золотая пушка. Чекай. Ну. Угу. Ну да. Синий этот, муфта. Угу. Ну карта прикольная, ладно. Но она большая, вот здесь, мне вот это нравится. Тебе было интересно, что за босс? Я покажу. Что за полупокер? Ну давай, умирай уже. Я не попадаю по голове, у него голова неправильная. Ой-ой-ой. Голова повезло, красно. Там один чертеж только был. Все. А здесь лежат мешочки, много мешочков. Где-то сотни с обоих ящиков. Сейчас скажу сколько.
что я пошел. Так, мне дали 74 мешочка всего лишь. А тут течение, нифига, оно работает, серьезно? Тяжелее да. плыть, понял? А ты что думал? Нифига. Реалистично. Четко. А что если графику выкрутить вообще будет? Ну-ка давай, затестим. Да, самому интересно, ставлю минимум. Слышишь? О, красота. Не, так-то красивая карта. Хотя в реалистичном режиме она непонятна. О, да-да-да. Можно скринить. Ура! Ура, я выношу, кстати, больше миллиона, я так-то прям нормально выношу, потому что у меня этих пятых сетов во мне. Это моя пятая броня, если чё-то. 1 200 000 почти, ого, нормально. Так еще сколько опыта игроков, ё-моё, ну это жесткая катка была. Вау, почти 1 200 000, да. Я жесткий тип, видимо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам понравилось наше путешествие на пятой карте. Выводы, я думаю, для себя вы сможете сделать определенные уже сами. Не болейте, и мы с вами увидимся завтра в новом видосе. Как это было обычно, и они выходят каждый день. Ну и, конечно же, поддерживайте канал по ссылочкам в описании. Пока!